Сегодня снова в центре внимания Сирия. Срочные сообщения поступают из Алеппо, где, по данным Российского центра по примирению, идет масштабная атака боевиков. Не менее 2000 террористов наступают на позиции сирийской армии, идут из района подконтрольного силам так называемой «умеренной оппозиции». Бой прямо на городских улицах, причем, по свидетельствам местных жителей, в вооруженных группах есть турецкие военнослужащие. Целью может быть стратегическое шоссе, взяв под контроль которое, террористы перережут транспортную артерию в Алеппо. Перед наступлением они провели артиллерийскую подготовку, били по позициям армии и жилым районам, погибших более 40. Как считают в центре по примирению, отряды запрещенных ИГИЛ и Джибхат ан-Нусры в этом секторе хорошо вооружены. Они использовали режим тишины, чтобы перегруппироваться и пополнить боезапас. Плюс западные СМИ накануне сообщили, что авиация США сбросила оружие для той же умеренной оппозиции, но оно попало в руки радикалов.